Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова я, Руви. Это у нас новый ролик по игре под названием PlayerUnknown's Battleground. Сегодня я упал на кимпы на карте джунглей, как вы уже поняли по названию этого ролика, либо вы только догадываетесь. Сегодня буду играть либо с Вектором, либо с Юмпой. Почему Вектор, почему Юмпа, какого хрена это будет в моем ролике? Все очень просто. В последнем обновлении, которое вышло буквально неделю назад, крайне сильно изменили эти два орудия. До обновы Юмпа была на девятках, Вектор был на 45-х ДЦПшках. После обновы патроны поменяли местами. Теперь Юмпа на 45-х ДЦПшках, Вектор на девятках. Только что была очень важная информация, но не настолько важная, как 1xBet. Если вы занимаетесь спортом или киберспортом, то знаете, 1xBet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты, там все самое большое, ссылочка есть всегда внизу. Изменили количество патронов в обойме, изменили всякие там характеристики, вроде бы, но я не уверен. То есть оружие стали другими, и такие, как они были раньше, в принципе, в игре никогда не появятся. Мне крайне обидно за то, что они сделали с Вектором. То есть, я понимаю, что Вектор остался, я понимаю, что вроде бы оружие так же самое выглядит визуально, но он на девятках, он уже не то, что был раньше, я его любил именно на 45-х ДЦПшках. То есть, вот это вот реально мое расстройство в этом обновлении, которое ничем не измерить, оно гигантского размера. Так, ну что, пацаны, челик в кемпе, сейчас мы вот так вот просто встанем, присядем и убьем его. Боже, почему он перестал бежать? Это прям непонятно мне. Так, ребят, сейчас нужно сделать первый килл. А как мы знаем, ребят, как игру начнешь, так ты ее и закончишь. Если килл красивый, игра будет красивая. Интересно, он понимает, где мы? Он просто догадывается. Так, есть предположение, что он что, выйдет сюда вот? Потому что звуки прям тут. Уже не сюда вот. Боже, что происходит? Кстати, придется стрелять от бедра. Потому что у меня четверка. Боже, мужчина, я буду тебя ждать. Буду тебя ждать, я с крыши никуда не уйду. Или все-таки уйти? Сложный выбор, да? А если на ту крышу? Подожди, подожди. О, он убежал за деревом. Магическим образом смылся от меня. И теперь еще хочет убить, наверное. Это прям дерьмово. Стоять. Стоять бояться. Подожди, он был за деревом, правильно? Да, он был за деревом. Ладно, хайе в помощь. Если вдруг он увидел мой переход, то... Он бумер. Эта хаешка должна была быть последней в его жизни. Нет, ну колдун, колдун. Может, он за камень ушел. Я ничего не понимаю. Ах ты, придурок. Как вообще тебе совести хватило? Боже, как он так закрутил, кстати? Я вот не понял его. Мувов, ну, это было неплохо. Я должен был умереть. Но я выжил. Это самое главное. Как видите, там на руинах тоже ребята двигаются. Классный. Лут красивый. На, понял тебя. Пацаны, я в дерьме. У него кар. У меня не кар. Нужно сближаться. Я сделаю это. Я убийца. Убийца с Юмпой. А, я в дерьме. Это он залез наверх, да? Или где? Да-да-да-да, он залез наверх. Как же все плохо, я вам отвечаю, как же все плохо. Так, есть два варианта. Наверное, у меня нет варианта, буду честен. Короче, у меня чел на руинах, который меня тупо контролит. Я так понимаю, у меня чел на мосту. Нужно кого-то убивать, и будет толк. Вижу, 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 ой-ой-ой. Все, я понял, хорошо, что он хоть на той стороне моста, боже, спасибо. То есть ждем максимального сближения. Подозреваю, что он меня уже немножко провтыкал. И... Не понял. Как это произошло? Вот я не понимаю, я вам клянусь. Вот просто хоть убейте. Так, ну я в полном дерьме. Такая ситуация ничем нормальным, в принципе. Ладно, хорошо, есть варик. Можно предположить, что чел на руинах. Ну, просто забыл про меня, да? То есть тупо забил на меня хер. Получилось. Так. Ладно, надеемся на то, что чел на руинах этот забил на меня хер. Так, готовим хае. Самое плотное, самое красивое на этом свете. Дебильное хае, буду честен. Так, передвигаемся. Мансуем. Да. Ложимся. Ху-ху-ху-ху. Как же плотно это все. Так, спасибо чел на руинах, что он исчез.
Ты чё, охренел, братишка? Мне он вообще не нравится. Давайте перелезем вообще за вот этот хрень. Капец, пацаны, он такой проблемный. Просто. Давайте уйдем. Хотя куда уходить, надо его убивать. Нет, ну челу респект. Челу однозначно респект. Он прям очень сильно меня напрягает. А это... это сильно. Давайте пролутаем кемп. У меня реально очень мало патрон. То есть ракет мне не хватит ни на что. Нужно найти броник, найти хороший шлем, патроны. И мы вернемся за этим типом. Просто вернемся. А, тут пролутно, да? Понял. Ну, я думаю, вряд ли 45-е ДЗПшки забирали, ребята. Прям, думаю, не забирали. О, отлично. 30-очка. Я вижу чела на руинах. Ребят. То есть, если мы его убьем, мы получим все. Я уверен, он хорошо тут облутан. Мы получим хилы. Мы получим, надеюсь, какой-нибудь броник. Более-менее. Шлем, ладно, придется его сбить. Ну, такой куда-то... ну, короче, забейте, погнали отсюда. Красная зона, нет. Нет, иди в жопу. Даже не думай вот это вот подрывать меня, окей? Просто забудь. Так, ладно. Война в красной зоне, это интересно. Довольно-таки. Сенспрэм? Вот на что спрэм. Боже, как дерьмо, да? Не бьет этой зоны, я знаю. Пожалуйста. Ой. Ровно дерево упало. Машину подорвало. Что вообще произошло? Короче, как я понял, когда был обстрел, того типа справа за этим домиком убили. Вот этот чел с кряком. Вроде бы. Я не знаю, это было очень громко. Очень непонятно. Но вроде бы его убили. Наверное, да, его убили. Ну, теперь меня крутит чел с кряком, но у него нет броника. Он уже слева, я его вижу. Слушайте, потно, как потно, боже. Ну, наверное, чем поднять, тем вам интереснее, я прав? Надеюсь, что я прав. Так, его убили в голову. То есть броник там остался. Слава богу. Забиваем на типа. Просто пошел к херам собачьим. Иду лутать. Да-да-да. Просто меня спасли, реально. Хилов сочно. Хилов сочно. Броник отличный. Все просто сочно. 24. Как я хотел бы тебя забрать, но, извини, не могу. Идем пешком. О, челик слева. Ты что, дурак, дядь? Может быть, пора? Либо он уже прошел, и я его провтыкал, что вряд ли. Я ж его не мог провтыкать, подожди. Что он делает в этом кемпе? Я не знаю. Походу, пацаны, я его провтыкал. Я понятия не имею как, но у меня это получилось. Вот, наверное, это он. Я не знаю, как он перебежал. То есть это, ну, чисто колдовство. Ничем другим я это назвать не могу. Может, умрешь, братан? Ну как так, боже? Так, мы заспотали, короче, еще одного противника. Он находится за этим деревом просто. У меня есть хаешечка. Одна хаешечка, которую мы должны зарешать. Скажите честно, вы меня верите? Я? Честно, да. Жарко, жарко. Так, пойдем полутаем. Мне нужны аптеки, у меня прям мало. Как видите, тут кого-то... Боже, Богдан выжил. Как Богдан выжил? Ой-ой, тихо, братик. Жара, какая жара, просто 15 аптек, еп. Моя. А знаете, я ставлю. Я ставлю 15 аптек. У меня есть бешеная идея, как можно использовать. Мы будем играть аккуратно. Я думаю, вы уже поняли мой план. Ой, еще чел, да идите нахер. Пацаны, перепекаем чела с МТ-4. Блин, это была такая хорошая идея.
Вот для чего, ребят, я взял 12 аптек. Вот для чего. Так, энергетик. Отстань. Коллиматор. Хаешка. Походу, ребят, мы его накосили просто бешеным образом. Либо у него не было хилов, либо, я не знаю. У него было 6 аптек. Мы его просто накосили. Как не знаю кого. Сосочно, сосочно. 8 человек живых. Берем четверочку. Ребят, киллов не особо много, но я думаю, каточка атмосферная. Прям такая, знаете. Я был больше уверен, что в той бомбежке, в которую я попал, когда рядом подорвалась машина и бомба упала прямо на дерево, я честно думал, что я умру. Вот прям, я не знаю, я был уверен на 100 долбанных процентов. Потому что больно часто меня убивает бомбежка. И вроде прокатило. Это круто. Опа. Пошел контент, пацаны. Пацаны, просто в травку. Че нет-то? Красиво. Кстати, я вот реально сейчас специально чекал траву, чекал кусты, потому что я думал, ну, пора встретить змею. Она должна просто где-то появиться. Такого не может быть от третьего лица, чтобы я загадку не встретил ни одной змеи. И вот она. Куда бы сместиться? Я тут в зоне, но позиция крайне конченая. Слева хэшка, окей, давайте перейдем за камень. Я думаю, нормальная идея. Камень хорош, хотя нет, камень говно. Ложиться в траву я тоже не хочу. О. Так, четверка. Где-то я должен видеть. Так, там килл сделали. Один шамтал, один... Где-то еще один, короче, человек. Неизвестно мне. Так, типа там в зоне вообще нет. Я его должен видеть. Как он мог стреляться в той стороне, я его не увидел. Это прям забей. По идее, там какая-то ямка, походу, или что? Опа, пошел контент. Что вообще это? Как это? Он умер от зоны. Это еще один мой килл, который умер от зоны. Ребят, у меня не 5 киллов, у меня 7. Мне похрен. Это вообще трэш. И как я его не убил, не попадал? Забейте. Так, где-то тут вот есть еще один человечек. И где-то еще один. Знаете, что я думаю? Где-то должна быть змея. Потому что должна быть. Я чувствую это. Нужно искать змею. Блин, ребята, броник прокоцан, опасно. Опа, змейка. Минус. Хорошо, ай, хорошо. Я же говорил, что будет змея. Я говорил. Опа, друзья, топ-1. А у меня получилось 7 киллов, на деле это, наверное, 9. Ну, ладно, это 7, но вы видели, да, те самые 2 килла, которые я стрелял, типа, получал бешеный урон, потом умирает от зоны, и, то есть, мне кил почему-то не дает. А так вот, это было видео по юмпе, по новой юмпе. Выражу свое личное мнение по поводу этого оружия, потому что этот ролик именно для этого и создан, чтобы я поиграл, взял топ-1 и сказал, что вообще я думаю по этой пушке. Честно, очень круто, мне реально зашло. Не скажу, что это лучше, чем юмпа, которая была раньше, но, кстати, возможно, даже лучше. То есть, уровень они точно не понизили. В следующем ролике, который выйдет очень скоро, я буду играть с Вектор. И там, я думаю, будут небольшие проблемки, потому что, по моему мнению, вектор немножко испортили. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новое видео, которое выйдет очень скоро по этому вектору. И, кстати, сделаем так, как только на этом ролике наберется 2500 лайков, я знаю, что для вас это прям расплюнуть, это вообще норма, просто набирайте лайки, выходит новое видео. Всем удачи, пока!